Дорогие друзья, не могли не ознакомить вас с этой темой. И мне очень приятно, что мы все вместе, дружно возвращаемся в свет. Вашему вниманию тема «Человечество возвращается в свет». Дорогие мои и любимые, я есть Метатрон. Я есть свет и любовь Бога. Сегодня я пришел к вам, чтобы рассказать о первых результатах, о первой огромной волне квантового перехода сознания людей. Многие из вас задавали мне этот вопрос. Родные мои, все идет самым наилучшим и благоприятным способом. Люди каждый день переходят на новые вибрации своего сознания и заякоряются в энергиях пятого измерения Земли. У кого-то процесс перехода происходит очень ярко и красочно, а у кого-то более тихо и спокойно. Но эти глобальные изменения внутри себя не заметить просто невозможно. Вы все уникальны и неповторимы, родные мои, и не нужно вам равняться на кого-либо из людей и сравнивать себя с кем-то. У каждого из вас свой неповторимый путь и опыт. Как понять, что вы совершили свой внутренний переход сознания в пятое измерение Земли? И для вас дороги вниз, в трехмерный мир, больше нет. Вы не сможете больше думать, как раньше, и вовлекаться в старые трехмерные иллюзии, в программы системы и общества, в трехмерные эгрегоры. Родные мои, в первую очередь вы почувствовали внутри себя мощное внутреннее видение, как будто кто-то свыше взял штурвал и вас ведет. Именно это помогает вам выйти из низких энергий, из трехмерной игры, из шаблонов и образцов системы, чтобы стать свободным и беспроблемным божественным существом. Вы уже не видите мир страдания и боли, вражды и нужды. Вы видите красоту и чудеса этого мира. Видите справедливость и равенство. Видите во всем мудрость и ценность. Вы счастливы от того, что просто живете, и у вас есть такая прекрасная жизнь. Вы от чистого сердца благодарите Бога за нее. Вы смотрите на мир глазами Бога, глазами своей души. Вы видите в людях в первую очередь не их негатив и несовершенство, а их божественную суть, проходящую множество самых разнообразных уроков на Земле, множество самого разного бесценного опыта. Вы не можете больше винить в своей жизни, в каких-либо сложных жизненных ситуациях и проблемах, в трудных отношениях, кого-либо извне. Вы чувствуете, как ваша внутренняя энергия отражается во внешнем мире, как то, что внутри, проявляется в вашей жизни, как люди отзеркаливают всю вашу земную суть, как все едино и неразрывно в этом мире. И самое главное, родные мои, все это с вами происходит не на словах, а на деле. Все вселенские законы, все ваши духовные знания стали для вас не сводом правил и ограничений, а превратились в саму жизнь, в ее великое творение. Когда вы осознанно смотрите на себя и все вокруг и создаете, творите свою жизнь в ответе за каждый поступок, за каждую эмоцию и каждую мысль. Любимые наши, мы очень рады за вас, что так много людей уже перешло своим сознанием на более высокие вибрации, в пятое измерение Земли, и смотрят по-иному на весь мир, на свою жизнь, из самого своего сердца, а не через негатив эго. Необходимо было для человечества, чтобы перешли хотя бы 144 тысячи человек, но перешло уже больше миллиона людей, а к 25 декабря будет еще больше. Это огромное достижение для всего человечества. Люди с новым сознанием на планетарном уровне повышают вибрации всех,
а также своим жизненным примером и своей внутренней энергией помогают пробудиться остальным. Это цепная реакция. Это мощный пробуждающий процесс. Человечество возвращается в свет. Ваш метатрон. Приняла Магда.